Кажется, ребята заскучали. Но сейчас им предстоит хорошенько испугаться. Всего одним движением можно заставить голову Стивена исчезнуть. Я только немного поверну. Это как открутить крышку у банки с огурчиками. Воу, голова Стивена только что лопнула. Получается, что так. Кто-нибудь позвоните его маме. Или в полицию. Вам кажется, что это был страшный розыгрыш? Вы просто еще не видели другие. Ох, божественный запах утреннего кофе. А еще это запах розыгрыша. Специально для Эмили. Доброе утро. Можно и мне чашечку? А, спасибо. И печенье? Двойное удовольствие. Идеальный кофе. Ник, ты просто мастер. Эмили, для тебя все что угодно. Хотите узнать, для чего я это сделал? Вернемся на несколько шагов назад. Идея пришла мне в голову во время чистки зубов. Эмили выдавила всю пасту. И тут меня осенило. Эмили нужно проучить. И в этом мне помог слайм. Сначала я наполнил шприц зеленым слаймом. Да, до самого конца. Чтобы выдавить его в тюбик от зубной пасты. Идеально. И поставил тюбик обратно в стаканчик. Пора привести себя в порядок. Что? Мои зубы! Мне нужно срочно их почистить. Что произошло с зубной пастой? Она всегда была такой склизкой. О, нет. Ник! Ага. Че, как батарея? Мои примеры. Ну и что? Не принимай близко к сердцу. Опс. Спасибо. Никаких пожалуйста. Грубиян. Это мой игрушечный таракан. Поделюсь-ка им с моим другом. Сейчас ему уже не будет так весело. Поехали. Что это? Что там? Он выползает. О, черт! Какой огромный! Держи его, умоляю тебя! Он же меня сожрет! На тебе, на! Нужно бежать отсюда! Спаси меня, чувак! Сюрприз! С днем рождения! Эмили, мой день рождения был 1 числа. Месяц назад. Ну и что? Зато это отличный повод съесть торт. Что? Хотя глупо жаловаться, да? Это торт с шоколадом и сливочным кремом? Не против, если я сделаю так. Какой крепкий шоколад. Посмотрим. Хм, странно. А? Что это за крем такой? Он и должен быть оранжевого цвета. Наслаждайся. Отвратительно. А я так хотел его съесть. Фу. Вот тебе и с днем рождения. И я такая... Я вам не дурочка. Эй. Спасибо, что поделился, чувак. Ну, ты же даже не спросил. Надо же, какой наглый. О, как страшно. Все в порядке, Кев. Я займусь этим. Никто не смеет обижать моих друзей. София. У меня есть план. Ничего не понял. София. Какие классные красотки. Попробуй теперь в них пройтись. Когда тебя пристегнули к столу. Отлично.
Ты где? О, ну, наконец-то! Смотри! Эй, как насчет догонялок? Вперед! Моя шапка! Отдай! Вау! Что там случилось? Это все из-за меня? Кажется, ты испортил вечеринку. Может, в следующий раз повезет. Похоже, мы съели целых 50 наггетсов. Кажется, моему животу не очень хорошо. Слышишь? Моему тоже что-то не по себе. Но туалет всего один. И он мой. Да что ты? Бегом! Ой, я не заметил банановую кожуру! О, вернись! Надо было шевелиться, неудачник. Ха. Нет, мне срочно надо было. Ах, я попаду внутрь любой ценой. Мне нужно время. Я столько не вытерплю. Спазмы в животе – это не шутка. Я, наверное, и десерт не буду. Хотя шоколадная паста, она похожа на… Ну, вы понимаете. О, да. Она как раз подходит для розыгрыша. Блин, это точно не понравится. Вот так. Пятно, что надо. Простите, здесь не получится элегантно. Надо спрятать улики. О, мой живот! Я там такое устроила! Теперь можешь идти. О, ты в порядке, Томас? Черт! Фу, ты что наделал в штаны, бро? Прекрати это трогать! Ты повсюду размазал! Какая мерзость! Да ладно! Меня сейчас тошнит! Боже мой! Ха-ха-ха! Получилось даже лучше, чем я ожидал. Моя прическа круто смотрится. Похоже, твои волосы пора взъерошить. Эй, ты такой дурак! Теперь все переделывать. Черт, чипсы и газировка закончились. Эй, я сейчас вернусь, растрепуха! Он хуже всех! Ну ладно, пойду в ванную. Почему он не может просто отстать от меня? Я же его волосы не трогаю, даже в шутку. Запущу-ка лучше стирку. Минуточку, Тас, ты подал мне одну идею. О-о-о, да, это будет что-то. Для начала нальем воды. Столько как раз хватит. А теперь отнесем таз в комнату. Ох, это тяжело. Уберем диванные подушки. Вот так, тазик. Оставайся здесь. И разложим плед обратно. Телевизор включен, осталось только подождать. Я вернулся со вкусняшками. Что и почему мой зад весь мокрый? Ты сам напросился. Это кошмар, я весь намок. София, это еще не конец. Поход по магазинам удался. О, ты меня напугал. Зачем так подкрадываться? Ты бы себя видела. Увидимся позже. Какой страшный фильм. Так просто. Зачем ты все время это делаешь? Мне вообще-то не смешно. У меня же мог случиться сердечный приступ. Тебе это больше с рук не сойдет. Мне надо тоже его напугать. Нет, это банально. Нужно подумать. Придется немного подготовиться. Помню этот день. Он думал, что это смешно.
Возможно, мне это пригодится. И эта кофта тоже. Пора в ванную. Возьмите обычную толстовку и прикрепите шарик на место головы. Вырежьте фотографию своего лица в натуральную величину и прикрепите к шарику. Накиньте капюшон, чтобы смотрелось более реалистично. Теперь затяните шнурки и завяжите узелок. Как следует. Отлично. Приклейте сверху скотч и положите всю конструкцию в унитаз. Проверьте, чтобы скотч плотно прилегал к крышке, так, чтобы он остался на месте, когда ее откроют. Дело сделано. Вкусная газировка, Стивен. Ты, наверное, в туалет хочешь? Да, как по расписанию. Я пойду. Что? Что это еще такое? Белла! Похоже, сработало. Со мной лучше не шутить. Так приятно восполнить запасы сладостей. И прежде всего я отмечу, что это мое. Особенно вот это. Похоже, кто-то пополнил запасы. И к чему эти глупые записочки? Так, приступим ко второму раунду. Этого точно хватит надолго. Нет, все еще хочется есть. Похоже, записки не помогли. Эмили идет. И кто это тут у нас? Подлый похититель шоколада. Хочешь что-нибудь сказать в свою защиту? Я слишком объелся, чтобы разговаривать. Значит, Нику нравятся игры? Против этого он не устоит. Нужно добавить записочку. Что у нас сегодня на полке со сладостями? Ого! Целая банка Нутеллы! Как же мне повезло! А первая ложка всегда самая вкусная. Ой, почему она так тянется? И пахнет пластиком. Я не буду с этим связываться. Сработало. Это будет ему уроком. Пожалуйста, только не падай. На подходе второй пакет. Как будто в зал сходила. Привет, ты ходила в магазин? Пожалуй, возьму этот. Ты такой неблагодарный. Я чуть спину не надорвала, пока тащила пакеты. Он просто ушел. Минуточку. А майонез может мне пригодиться. Да, очень пригодится. Откройте баночку йогурта. Затем вычерпайте содержимое так, чтобы освободить место для майонеза. Да, просто выдавите его внутрь. И запечатайте крышечку. Это научит его ценить чужой труд. Он идет. Пока. Ну что, пора перекусить. Да, такой наполнитель не по вкусу. Большая ложка вкусноты. Мне кажется, йогурт испортился. Ты решила меня отравить? Меня сейчас тошнит. Так-то. Ты готова? Поехали. Попала. Ну, сейчас я им покажу. Давай, это наш шанс. Ау! Что такое? Но все, с меня хватит. У кого-то будут проблемы. У вас у всех теперь проблемы. Ау, вот это калибр. Простите нас, мэм. Учитель никогда не промахивается. Осторожно, стена! Ник, чем занят? Эй, Ник! Ник, сделай мне, пожалуйста, маску. Тогда у меня будет спа на дому.
А вообще, может быть весело. Назовем эту маску фирменная от Ника. Не открывай глаза, ладно? Так, сделаем дырки для носа. На ощупь такая приятная, да? А теперь расслабься. Мне кажется, она поры тоже сужает. Я скоро вернусь. Так, где я остановился? Почему эта маска такая тяжелая? Минуточку. А разве она должна так тянуться? И пахнет тоже странно. Ну все, надоело расслабляться. Ну же. Это было у меня на лице? Это же жуткий слайм. А это еще за что? Хотя, наверное, я это заслужил. Странно, но моя кожа такая гладкая. Кто справится первым, тот выиграл спор. Раз, два, три, начали. Эй, пора, давай замену. Похоже, Кевин пытается меня обмануть, но ладно. Эй, он что, обратно вырос? Как это возможно? Такое бывает, когда разыгрываешь друзей. Им всегда есть что ответить. И это только начало, впереди масса других эпичных розыгрышей. Просто умора, да? Как она вообще туда поместилась? Думаете, вам все можно? Только не на моем уроке, ясно? Вот это облом. Они меня еще поблагодарят за это. Я подожду. Как сложно. Кевин, учителю даже еще скучнее, чем нам. Приступим. О, да. Насчет помады. Здорово. Только очень тихо. Он крепко спит, ведь так? Ой, нет. Иди туда. Осторожно. Всего пара штришков. Наверное, щекотно. Окей, клади голову назад. Отлично. Вот это да. Давай. Мы просто гении. Успокойтесь, сейчас же. На что это вы смотрите? А надо бы в свои листочки так смотреть. Не смейся. Все почти готово. Не могу дотянуться с последним шариком. Ну же, еще немножко. Совсем чуточку. Ну же, шарик, что здесь творится? О, привет, Белла. Эй, лови. Ай! Ха, ну ты и грохнулась. О, что это было? Совсем не смешно. Пора его разыграть. Наполним этот шарик водой. А теперь время порисовать. Отлично. Совсем как бейсбольный мяч. Сейчас ты у меня получишь. Эй! Что? В чем дело? О, бейсбол! Круто! Я бросаю, лови! О, что такое? Я весь мокрый. Ха! Еще бы! Классно я тебе разыграла. Пс, Кевин. Давай, давай. Больше ни слова. Сейчас будет немного липко. Наносим немного на стол. И кружка останется здесь навсегда. Кажется, хорошо получилось. Супер клей же. Готово. По местам.
Вы не проказничали тут, верно? Нет. Хорошо, на чем я остановилась? Вот сейчас. Ничего не понимаю. Ну же, поднимайся, давай. Не получается. Ну все. Пора прибегнуть к суперсиле. О, да. Вкусно. Ну, и как вам такое? Это мы не предусмотрели. Итак, вы готовы к конкурсу приготовления блинчиков? Да, сэр. Оба! Да! Ты проиграешь, София. Посмотрим. Начали. Первое яйцо официально разбито. Блинчик. Обойдусь без него. Этого не должно было случиться. София выглядит намного увереннее. Ой, что он там делает? У меня явно есть талант к кулинарии. Эту штуку я знаю. Надо побольше насыпать. Ой, много отдохну. Похоже, у Кевина дела не клеятся. Он явно дилетант. Так, все готово. Остался последний штрих. Время для небольшого розыгрыша. Двусторонний скотч. Маленький кусочек может творить чудеса. Отрываем бумагу и приклеиваем миску к столу. Вот так, отлично. Щепотка соли. Давай, давай. Теперь перемешаем. Вау, почему я не могу поднять миску? О, лучше бы ты ее не поднимала. И у кого больше грязи на столе? Я ничего не вижу. Кевин пытается вывести меня из игры. Эй, а ну прекрати. Это вы мне? Вон, оба, немедленно. Да, все пошло не по плану. Да, все дело в хорошем снаряжении, в практике. Фишка в том, чтобы правильно закинуть удочку, вот так. Чтобы поймать рыбу, надо думать как рыба. На, подержи. Важно приготовить хорошую приманку. Смотри, черви. Рыба их любит. Я тебе говорю, с помощью этого мы поймаем много рыбы. А можно посмотреть приманку? Вау, они так жутко извиваются. Ого, у меня отличная идея. Тихонечко пройдем мимо. И так получилось. А теперь открываем дверь. Вот она где, похоже, спит. Это будет так круто! Эй, червячки! Поможете мне с крутейшим розыгрышем? Поверьте, это лучше, чем пойти на корм рыбам. Достаем ее зубную пасту. Я возьму одного. Как извивается! Отлично! Отправляйся в тюбик, дружок. И еще один... И последний. Все внутрь. А теперь положим пасту на место. Она так испугается. Вау, а я долго проспала. Пора начинать новый день. О, я какая-то помятая. Да, надо освежиться и станет получше. Для начала почищу зубы. Я свободен! Я сбежал! Я до сих пор будто не проснулась. Минуточку. В зубной пасте червяк! Очень важно знать таблицу Менделеева.
Ага, точно. Полностью согласен. Мобильные? Но уж нет. Ну ладно. Вот так, никаких телефонов. Окей, мне нужно попить. Чудесная водичка. Итак, вернемся к химическим элементам. Упс, надо сбегать в уборную. Ура, он ушел. Эй, давай его разыграем. Да, это будет очень круто. Открой ее. А я возьму скотч. Вот так, наклеим его сверху. А теперь завернем крышку. Классная задумка. Теперь сядем на место. Да, дай 5. О, намного лучше. Ух, мое бедное горло. Я столько говорил на уроке. Что не так с моей бутылкой? Получилось. Это нарушает законы физики. Почему вода не слушается земного притяжения? Это что, розыгрыш? Но смотрите, у меня... Такое он долго не забудет. Ох, наконец-то обед. Эй, София! Не смешно. А по-моему, очень смешно. Ага, сейчас как дерну. Это уже слишком. Постой, извини. Иногда не могу удержаться. У меня есть еще одна задумка. Открываем пакетик с соусом и выливаем содержимое в рот. У, ты такая милашка. Ну все, тебе конец. А, это что, кровь? Я же тебя не сильно ударила. Кевин, ты в порядке? Пожалуйста, не умирай. Ничего страшного. Кетчуп — это не смертельно. Да ладно, тебе смешно же. Некоторые шуток просто не понимают. Привет, Кевин. Можно тут сесть? Конечно. Если ты не против розыгрышей. Ой, сообщение пришло. О, распродажа в моем любимом магазине. Yes. Эй, Кевин, смотри, скидки. Эй, обрати на меня внимание. Убери джойстик, посмотри сюда, скидки. Да, да, круто, но я никуда не пойду. О, да ты что, конечно ты пойдешь. Нет, дурацкие скидки. Подержи-ка. И вот это. И это пригодится. Вот еще. А теперь пойдем. Нам сюда. Да, эта пара мне нравится. Дурацкие красотки. О, я обожаю распродажи. Приятные примерки тебе. Наконец-то можно отдохнуть. Шопинг так выматывает. Еще и руки теперь не двигаются. Интересно, а долго она будет мерить одежду? Как тебе это платье? Да, так классно. И это только начало, да? Это миленькое, правда? Мне скучно. Я тоже хочу шоколадку. Он уснул? Это что, шутка? О, он у меня получит. Снимаем одну туфлю. Надеваем джинсы. Но только на одну ногу. Другую штанину убирай вот сюда. Штанина заправлена, так что можно надеть кроссовку. Да, смотрится очень прикольно. Шоу начинается. Что случилось? Я не сплю. Что за... Это что сейчас за парень там с ней? О, я ему такое устрою. Эй, ты! Вот ты где? Проснулся, наконец? Ты бы видел свое лицо. О, ха-ха, как смешно.
Именно, это очень смешно. О, мне нужно в уборную. Прости, я тороплюсь. Вау, ничего себе. Она меня чуть с ног не сбила. Минуточку, есть крутая идея. Просто выключим свет. Эй, здесь так темно. Это ты свет выключила? Ох, придется как-то дотянуться. Оу, она меня чуть не поймала. Попробуем еще раз. Что за шуточки? Пора поймать того, кто это делает. Никого не видно. Почему же свет все время гаснет? Похоже, так и не узнаю. Ха! Этот розыгрыш такой простой! Ух, я крутой пранкер! Воу! Что с твоим? О, приветик! Эй, у тебя что-то на лице. А еще можно развесить повсюду гирлянды. Как тебе идея? Вообще-то он должен был мне помогать. Пора его проучить. Возьмем моющее средство и шарик. Я уже налила в шарик воды. А средство пойдет на пол. Теперь разбудим его. О, повсюду вода! Что? Что случилось? Это ты сделала? Упс, я лучше пойду. Опять любуешься тем парнем в Инстаграме, София? Он такой классный. Надеюсь, он меня вспоминает. Что? Почему он сидит с Ланой? Ни на одной из его фоток ее нет. Успокойся, может, они просто друзья. Вы готовы сделать заказ? 2 горячих чая. Хорошо. 1 минуточку. Такая сладкая парочка. Ну ничего, подождите. Похоже, у них идеальное свидание. Но есть способ сделать его еще круче. И это совсем не трудно. Итак, приступим. Осторожно, он очень горячий. Упс. Вы не обожглись? Без паники ничего не случилось. Вот видите, масса новых эмоций. Извините. Пока. Ничего не понимаю. Что это было? Посмотрите-ка на нее. Сидит тут и ни о чем не подозревает. Попалась! Ты так испугалась, ты б себя видела. Ну ты клоун, нельзя так пугать людей. Кофе и вкусняшка, пришло ваше время. Подкрадываемся вот так и... Попалась! Ты снова купилась, это слишком просто. Да что с ним не так? В этот раз будет еще круче. Кевин снова что-то задумал. Я вижу его в зеркале. Вот и мой шанс проучить его с помощью аксессуаров для макияжа. Притворюсь, что просто подкручиваю ресницы, как обычно. О, мои ресницы! Я вырвала их! У тебя выпали ресницы? О-о-о! Он упал в обморок. Ну что, теперь тебе не так весело? Наконец-то! Время отдохнуть! Какие милые! Ладно, начнем. Обожаю пазлы! Сначала труднее всего. Нужно выпить чего-нибудь сладкого. Это поможет концентрации. Так, куда же тебя положить?
Да, любителям пазлов нужна выдержка. Но зато как классно увидеть готовую картинку. И что мне с тобой делать? Ага, вот сюда. Кевин редко оставляет пазлы без присмотра. Одно свободное место осталось. Фрагмент должен быть где-то здесь. Да что ж такое? Вот он, мой шанс. Ох, еле нашел. Вот так. Что? Как это возможно? Я же только что его вставил. Ну-ка. Возьму еще один. О, ничего себе. Я что, схожу с ума? Я точно помню, что пазл был здесь. Странно. Обалдеть, ну и видок у него. Я слышу чей-то смех. Ну, конечно, София. Думаешь, обманула меня? А, я нашла твой кусочек пазла. Ну ладно, я пошла. Ох, ну и дела. Ура, вы пришли, я так рада. Какие-то слишком долгие объятия. Я тоже рад тебя видеть, Бетти. После тебя, Кевин. Я, наверное, сяду здесь. Я купила твой любимый шоколад. Она меня достала. Все вьется вокруг Кевина. Мне надо остыть. И что мне делать? О, тортик. Попробуй глазурь. И двусторонний скотч здесь лежит. А знаете что? Думаю, надо их проучить. Окей, скотч готов. Теперь поставим торт на место. Эй, я вернулась. Бетти, у тебя есть что-нибудь сладкое? Я так проголодалась. О, да, конечно, сейчас принесу. Кевин, почему ты позволяешь ей флиртовать с тобой прямо при мне? Не переживай за нее, хочешь шоколадку? Спорим, торт вкусный, Кевину точно понравится. Почему не получается его поднять? Ну же! Нет, я залепила тортом себе в лицо, помогите! У меня торт по всему лицу, да? Торт и макияж испорчены. А торт реально вкусный. Интересно, эта музыка влияет на аппетит? Я просто умереть, как хочу хот-догов. Они такие свежие. И, конечно, добавим немного кетчупа. И горчицы. Это просто шедевр. Вкуснотища! О, чуть не забыла. Вы только посмотрите на эти вкуснейшие хот-доги. Бесплатный обед. Не стоит, наверное. Шутка. А? Томас? А ну вернись. А, он такой обжора, кошмар. Ему нравятся хот-доги. Ну, мы еще посмотрим. Сначала берем шпажки. А теперь половину сосиски. Отлично. Протыкаем ее вот так. А другой шпажкой вот так. Зажимаем и поливаем кетчупом. Его точно не нужно жалеть. Выглядит, будто я едва не осталась без пальца. Томас точно так подумает. То, что надо. Томас, помоги! Мой палец! Кровь хлещет, она повсюду! Ты почему смеешься?
Прекрати! Смотри, Томас, я в порядке. Это сосиска, видишь? Вот это фокус, да? Этот урок такой скучный. Ау, что тут у нас? Да чего же все это надоело? Внимание, ребята! Вы знаете, что у нас по расписанию? О, нет, нет, нет! Ха-ха-ха! Время зарядки! Пора разогреться и привести в тонус мышцы! О, это еще хуже! Вот так, продолжаем! Не отлыниваем! Глазам не верю! Он что, сел на стул? А нам, значит, не отлынивать. Эй, почему вы остановились? Вперед, лентяи! В здоровом теле и здоровый дух! Занимайтесь спортом, пока молодые! Да, отлично! Выкладываемся по полной! Привет! Перекус с кофе и пончиками в учительской. О, уже иду! А вы продолжайте! Я скоро вернусь! Он уходит? Ох, наконец-то! Ты думаешь о том же, о чем и я? Пора ему отомстить. Ух, пришлось поработать. Надеюсь, ему понравится. Какие вкусные пончики. Эй, вы почему расселись? О, боже мой! Что? Как это произошло? Вау, он нехило застрял. Стул надо менять. Продолжаем зарядку. О, здесь уже кто-то есть? Ты еще долго? Одну минуту. Ну же. Одну минуту. Пожалуйста, я больше не могу. Мой мочевой пузырь сейчас взорвется. Нику нужно поработать над своим терпением. Похоже, она никогда оттуда не выйдет. Но я знаю, как ей отплатить. Ее ждет отвратительный розыгрыш со слаймом. Она выходит. Весь туалет в твоем распоряжении. Хотите шокировать друзей? Сначала натяните пищевую пленку. Опустите сиденье. И вот пришла очередь слайма. Фу! Эта штука похожа на... ну, вы сами знаете. Выглядит потрясающе. Пойду-ка я. Сейчас будет шоу. Ну, ладно. О, что это такое? Выпустите меня отсюда! Итак, а теперь немного клея. Машина мечты, дамы и господа. А Белла о машинах даже не думает. И почему моя кожа сегодня такая сухая? И еще одна машинка. Какой все-таки липкий и противный этот клей. Как мне от него избавиться? У меня как будто кожа обрезает. Что? А, держи. Спасибо. Мне надо очень много геля. Похоже на слайм. Это так круто. О, похоже, тебе и правда было нужно очень много. Кто вообще столько выливает? Томас! Убила бы! Смотрите, клей еще остался. Кажется, я знаю, как отомстить Томасу. Я возьму на секундочку. Получилось. Надо действовать. Быстрее! Вам понадобится пустой тюбик. И очень много клея. До краев. Будет эпично. Надеюсь, он на это клюнет. Я это сделала.
веди себя как обычно. У меня опять руки в клее. Я думала, ты уже не попросишь. Хорошо, что у Беллы этих гелей целая куча. Скоро у меня будут мягкие ручки. Что-то он не впитывается. Да. Что? Что случилось с моей кожей? Я линею, как змея. На второй руке то же самое. Я что, разваливаюсь? Ой! Томас, очнись! Все в порядке, очнись! Это просто клей, дурачок! Я тебя разыграла! У тебя не облезает кожа, видишь? И не забудьте сдать домашнюю работу! Этот урок реально отстой. Может, удастся вздремнуть? Что это за звуки? Она спит? На моем уроке? Проснись, проснись! Учительница тебя заметила. О, ее надо проучить. Никто не смеет храпеть, когда я веду занятия. Этот VR-гаджет – то, что нужно. Да, я гениально придумала. Надену шлем ей на голову. Вот так. Готово. Подъем! А, я на американских горках! Помогите! Как я сюда попала? А, только не мертвая петля! Реально смешно! Только посмотрите, она мечется во все стороны! Ох, кошмар! Сердце так колотится! Это был самый лучший урок в моей жизни! Шарики, лучшие друзья пранкеров. Он идет. Садись ко мне. Спасибо. Нет, мой обед. Что, черт возьми, это было? Джаред. Расслабься, это просто шутка. Уже закончилось. Сейчас вернусь. И как мне теперь это есть? Джаред выбрал шарики в качестве оружия. Я тоже умею ими пользоваться. Это нам не понадобится. Идеально подходит, не так ли? Добавим соус, и тогда он точно ничего не заметит. Посмотрим, как ему такое понравится. А вот и новая газировка. Что? Это еще что за хот-дог? Как тут не посмеяться? На математике было так круто! Смотри, куда идешь! Ты что-то сказал, очкарик? О, надеюсь, успею перекусить. О, что там происходит? Кевин такой задира. Пора его проучить. Например, кинуть в него вот этим. Или чем-нибудь побольнее. Хотя драться не выход. Гораздо лучше его разыграть. Берем бутылку с водой и протыкаем канцелярскими кнопками. Делаем так по всей окружности. Чтобы получилось вот так. Теперь осторожно вынимаем кнопки. Получились очень маленькие дырочки. Если на бутылку надавить, из них брызнет вода. Будет здорово. Проваливай, ботан. Эй, Кевин, я купила тебе попить. Кевин и не догадывается, какой сюрприз его ждет. Да еще и в очень интересном месте. Ну что, узнал, каково терпеть издевки? Ну, ей придется за это ответить. Что у нас на ужин? Я умираю с голоду.
Хочешь откусить? Нет, я стараюсь правильно питаться. А хочешь мое? Спасибо. О, на вкус как трава. Убери это от меня. Разве все так плохо? Похоже, да. Шоколад Стивена. Понятно, чтобы он выбрал. Сейчас я его разыграю. Можно как следует подсластить брюссельскую капусту. Возьмите длинную шпажку. Затем обмакните капусту в шоколад. Вот это да! Не забудьте разноцветную посыпку. Чем больше, тем лучше. Кто-нибудь хочет кейк-попсы? Какая вкусная картошка! О, Стивен! У тебя осталось место для десерта? Это что, мне? Ты лучше всех, Белла! Там внутри ваниль? О, на вкус как мусор с капелькой шоколада! Возможно, так и есть. Странное ощущение. О, да! Что? Похоже, Стивен зарядился на здоровый образ жизни. Кажется, розыгрыш не удался. Не могу поверить, что тебе нравятся боевики. Интересно, как там у девчонок дела? Можешь потише? Я вообще-то кино смотрю. Какой неженка. Ох, вечер пятницы вылетел в трубу. Белла, ты очень громко жуешь. Серьезно? Вы только посмотрите на эти зубы. Рот можно и прикрывать, тебе не говорили? Я вообще не слышу этот дурацкий фильм. Ой, прости. Никакого уважения. Я что ли виновата, что мы попкорн купили? Ну, хотя бы газировка осталась. О, Белла, пожалуйста, давай потише. Спасибо. Ни минутки покоя в этом доме, ненавижу все эти звуки. Окей, с меня довольно. О, она уснула. Похоже, все это жевание ее утомило. А телефон остался без присмотра. Повеселимся. Сначала приклеим к нему двусторонний скотч. Она еще спит? Отлично. Ха-ха. Прилип как следует. Ваш попкорн, спящая красавица. И не забудем про газировку. Держи крепче. А теперь переходим к делу. Где тут у меня Белла? А, что? А вот и дождь из попкорна. О, газировка тоже. Этот розыгрыш просто нечто. Ты совсем ненормальный, Томас. Пока-пока. Пока соберешься гулять, весь изведешься. Я уже устал. Сколько времени? Эй! Ты что, тоже хочешь в туалет, не так ли? Леди и джентльмены, заводите моторы. Я точно приду первая. Да ты что, не в этот раз. Сейчас узнаем. На старт, внимание, марш. И Белла побеждает в этой гонке. Белла, нет! Ой, это просто несправедливо. Все нервы мне вымотало. Ее нужно хорошенько разыграть. Ну как? Ключи-то ей понадобятся, ведь так? Сложно будет их взять, если они будут под водой. Наливаем. А чтобы стало еще интереснее и сложнее, перевернем стакан и передвинем на тумбочку. Да, я хорош. Ну что, пора выходить. Проверим, все ли я взяла. О, это что, мои ключи? Как же так? Ну же! Нет! Похоже, мне надо очень быстро дернуть. И
Так. Мое платье. Моя прическа. Мое все. Похоже, я сегодня никуда не пойду. Лучше пойду и убью Стивена. После того, как вытрусь. Ой, еще немного, я обед. Это Джаред? Сейчас я Кевина устрою. Тихо, аккуратно. Черт. Еще чуть ближе. Шоу начинается. Вау, это твоя рука, бро. Как так вышло? Отдай, Джаред, она мне еще нужна. Эй, Джаред, ты в порядке, чувак? Я в порядке, смотри. Это был розыгрыш. Давай помогу встать. Круто. Еще на ком-нибудь попробуем. Что может быть лучше новенького компьютера? Идеально смотрится на моем столе. Вау, так и сверкает. О, нам с тобой будет весело. Это был тяжелый день. Дай-ка я тебя протру. Как всегда сияет. Привет, мистер компьютер. Какой ты сегодня пыльный. Я принес тебе кое-что особенное. Тебе нравится? Идеальное место. Эй, ничего, если я немного уроки поделаю? Нет, нет, я очень занят. Но это ненадолго. Нет, значит нет, Белла. Иди уже. Вот так. Отлично. Никому нельзя трогать твой драгоценный компьютер, да? А мы сейчас посмотрим. Эти обои напугают его до чертиков. Это было так просто. Жалко, что у меня попкорна с собой нет. Последний штрих. Стивен! А? Белла? Уже бегу. Что такое? Я правда случайно. Что? За что, господи, за что? Мой компьютер! Как ты можешь смеяться? Вытри слезы, это всего лишь обои на рабочем столе. О, я еще никогда не был так счастлив. Теперь-то мне можно написать сочинение? Только попробуй хоть царапину оставить. Это станет твоей главной ошибкой в жизни. Наконец-то дома. Я так устала от каблуков. Но беспорядок, который создает Эмили, быстро становится проблемой для Ника. Что? Дурацкие туфли. И день за днем Эмили делает одно и то же. Обувь. Эта девушка вообще слышала об обувной полке? Неважно, туфли это на высоких каблуках. Или ботинки. Оу. Обувь Эмили всегда остается у двери. О, Эмили! Я знаю, как преподать ей урок. Мне поможет розовый слайм. Думаете, ей понравится наступить вот в это? Ну же, забирайся внутрь. Какое липкое вещество. И возвращаем на место преступления. Она же их наденет перед тем, как пойти на улицу. Это будет круто. Эй, почему моя кроссовка становится розовой? Что это за штука? И почему она лезет из моей обуви?
Похоже на инопланетную слизь. Как она вообще сюда попала? Нет, это неправильно. Это отвратительно. Теперь ты не будешь оставлять свою обувь у двери. Итак, кто решит все примеры? Ужас! Не смотрите на нас! Нет, пожалуйста, нет! Я не выдержу такого напряжения. Ну все. Джаред! Я... О, мне жаль, бро. Вот так. Оу, посмотрим. Оу, кажется, не пишет. Ну, тогда попробуй какой-нибудь из этих. Очень предусмотрительно. Возьму, наверное, этот. Кевин! Что? Помоги! Мне конец! Держи! Что? Апельсин? Лови! Упс! Что теперь? Круто прыгает! Я чувствую его ритм! Качай, апельсин! Но... Что мне с этим делать? Подели и помажь. Поделить и помазать. Хорошо, что он такой сочный. У меня уже руки устали. А дальше что? А, мисс Ховард, опять не пишет. Видите, кажется, сломался. Дай-ка я попробую. Не получается. Странно. Ладно, садись. Ой, ты меня просто спас! Тогда, ребята, перейдем на простую доску. Нет! Всем привет! Простите, что слегка опоздала. Белла, это ты? Нет, не я, клянусь. О, нет! Ты положил мне это на стул. Минуту. Это вы сделали? Рад тебя видеть на уроке, Белла. Ох, не могу поверить, что меня разыграл учитель. Что такое? Он еще и счет ведет. Доброе утро, класс. Приятно видеть, что никто не опоздал. Кроме Беллы. Что? Какая наглость! Белла, убери ноги с моего стола. Бла-бла-бла. Столько болтовни. Ну ладно, сама напросилась. А-а-а! Твои ноги! Ее ноги! О, боже мой! Фух. О, это был розыгрыш. Очень смешно. Ты заслужила очко. Вам нравятся безумные розыгрыши? Возьмите сладости и добавьте в них остренького. Какая неожиданность! Табаско и маршмеллоу – экстремальное сочетание. Это будет мощно. Что? Добавим еще и сюда, чтобы не осталось ни единого шанса. Белла! А это мне. Как думаешь, кто первый доест? Я принимаю вызов. Минутку. Это что, острый соус? Ну и шуточки. Так-то лучше. Готово? На старт. Внимание. Марш. У меня рот горит. Воды скорее. Что ж, розыгрыш не удался.